Спасибо за друзья. Это я. Впереди, извиняюсь, с Микой собачка тоже идет. Тоже Йорк. Решили выйти пройтись. Вечером они меня вытащили. Чебурашка и кошка. Чехарду взяли. Чехарду взяли, да, да, вот. Козявочку. Да, Микеля? Гулять вышла, да? Пройтись. Не надо это. А пока кот позволяет. То у нас то ветер, то дождик, то еще что-нибудь. Завтра едем за очками для берсютки. Тошки купили, теперь Данюшке надо. Сломались очки, а оправа. Я теперь не знаю, наверное, все-таки оправу надо металлическую. Пластмассовые постоянно ломаются почему-то. Вроде хорошая. Эта женщина с собачкой уже достала. Постоянно то останавливается, то перед нами, то еще где-нибудь. А этот нервничает. Шум в другую сторону теперь переходить. В общем, это, за очками завтра мы поедем для тетки. Вы, естественно, со мной. Будем с вами выбирать оправу, если я тут не вижу. Постоянно они ломаются, постоянно. Уже сил нет. Вот. Опять они просят Макдональдс, я против. Мы посмотрим. Насчет Макдональдса. Как пойдет. Вот. И Досютка меня задачил. Он хочет часы смарт. Знаете, такие вот. Как это? Ну, электронные. Со всеми этими. Ну, недорогие, такие попроще вариант. Но вот ему очень-очень прям захотелось. Не знаю, зайдем там Эльдорадо, М-видео, по-моему. Нет, М-видео в другом месте. Прицениться, посмотреть. Может, нам что-то посоветуют. Для... Не для взрослого, а вот для ребенка, подростка там, да? Какие вообще варианты есть. Хочется ему что-то часы. Я не против таких вещей, как книги, часы. Ну, что-то нужное. Да, пожалуйста. Надо просто посмотреть и выбрать что-то. Так что еще завтра сходим, посмотрим часики с вами. В общем, планов куча. Как эту кучу разгребать, только вопрос. Бедненький, устали, устали, уже все, уже нагулялся, уже ничего не хочет. Ой. Красавец. Мика. Все, Мика устал, хочет домой. У него уже сил нет, язык на боку. Шлик сползла. В общем, собака уже все вымоталась. Хотя прошлись, ну не знаю, минут 10, наверное. Но устал. Уже еле-еле. Еле-еле, да? Еле-еле идет домой. Сейчас домой отведем. И... Завтра, как бы все успеть завтра. То, что надо и то, и все, и пятое, и десятое. В общем, такие вот дела, друзья. Неудобно вести собаку и телефон в одной руке, собака в другой руке. Смотрите, мелком классики. Всякие рисовали. Крестики-нолики. Да. Раньше играли.